Всем привет, мы начинаем походить модификацию Underhill. Это модификация на движке второй халфы, то есть на Суси. В целом я вообще не понял, по что это модификация. Меня попросили ее пойти на одном из стримов, то ли по DayZ, то ли по Game Dev Tycoon. Потом в личку писали. Ну, в общем, я посмотрел на moddb.com и очень удивился, когда увидел, что тут полностью есть переведенный текст и субтитры. Это очень обрадовало. Вообще непонятно. Модификация, вроде, как я посмотрел по некоторым видео, весьма продолжительная. На 20-30 частей, что удивительно для модификации. Тут какие-то элементы RPG, даже есть инвентарь, полуоткрытый мир какой-то, псевдооткрытый. Потому что, конечно, полностью открытый мир на Сусе сделать весьма проблематично из-за ограничений открытого пространства. Но так или иначе... Вроде бы тут и есть какие-то стрёмные даже моменты, какие-то... Монстрики потом будут или зомби, хер пойми. Ну, в общем, давайте, наверное, посмотрим пока. Да, начнем сначала. Блин, наверное, надо было начать новую игру. Так, ну-ка. Во, отлично. Потому что я помню, тут заставка это была. В принципе, она не нужна. Кому не интересно смотреть, можете просто не смотреть, но как бы тут имена разработчиков и все такое. Take care of you, buddy. You're gonna be all right. Да, модификация, опять же, повторюсь, немножко непонятно вообще по что, я пока даже не знаю. Вроде бы есть и стрёмные моменты, какая-то, не знаю, мистика с ужасами, что ли. И вроде бы обычный боевик местами. С элементами РПГ и открытым миром каким-то псевдо. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. По идее, должно быть весьма интересно, я так думаю. Лишь надеюсь, за музыку проблем с авторскими правами не будет. Иначе будет жопа. Начало прям как во Fate of Monsters. Только это, слава богу, не больница очередная. Иначе это была бы полная попа. Даже слишком. Наконец-то хоть не психушка какая-то. И не госпиталь, не больница, потому что они в играх и модификациях уже настолько надоели, что это жесть. Вообще, касаясь модификации ко второй халфе и на ее же движке, последнее время что-то вообще мало нового, что было. Да, на канале будет Nightmare House 2, Грей, еще что-то. Ну а так, в целом, пока особо ничего такого не было. И вот тут что-то новое. Да, субтитры без цензуры вообще какой-либо.
Так что мата, я думаю, в них будет много. Черт, я хотел поспать. Так, ем. Куда? Я никуда не хочу. Так, это важно. Все, что вам нужно здесь. Дальше. Отвечайте на телефон каждый раз, когда он звонит. Ну и на какие-то задания, еще что-то. Когда захотите начать ГВУ, используйте грузовик. Так, но сначала надо найти ключи от машины. Это фигня. Если хотите пойти обучение, используйте фото в гараже. Кстати, в гараже вот много предметов подсвечивается, чемоданов. Надо посмотреть, может, в них что есть. Пройдите свою электронную почту, ё-моё. Периодически проверяйте почтовый ящик. Слушайте, немного всего. Окей. А поспать даже можно, вау. Угу. Окей. То есть я так понимаю, так, по-моему, на 50. То есть я так понимаю, помимо самих основных заданий, тут еще дофига больше можно делать в доме. Блин, а розетка даже мигает, что за фигня? О. Так, в инвентаре ничего нет. Блин, инвентарь надо будет переназначить на другую кнопку, потому что на I всеми тянуться как-то не очень удобно. Windows XP, давайте поверим почту. Так, здорово, Джек, как ты там держишься? Я какой-то тупой вопрос просто хотел сказать, что если тебе что-нибудь понадобится, что угодно, просто скажи, ладно? Я знаю, что Фрэнк тебя поддерживает, но я тоже могу тебя поддержать. И любой из отряды тоже. Но это я не буду читать, мат. Да, Мэг вообще выдал, так что ты не одинок. Позвони мне, лады. Я, естественно, звоню, и все, мы сегодня выпить. Так, окей. Скоро поговорим, братишка. Кнопку Windows, конечно, зашибись, мили. Смайлик. Так, Джейк, мужик, я тебе жизнь обязан. Ты мне так, ба-ба-ба. Ну так, ну это в принципе все ясно, то же самое. Угу. Да, я прям выиграл 200 тысяч баксов, ага. Я не настолько везучий. Так, приносит какой-то доктор Штайну, и он будет по компьютеру до новости, поэтому я надеюсь, что мы с радостью согласимся с таким решением. Пожалуйста, позовите в больницу НЛХ, чтобы назначить прием у доктора Шнайдера. Спасибо вам, и передавайте мои наилучшие пожелания, миссис Хокфилд. Хм. Так, а как выйти-то? Так, ну в принципе вроде все. Да. Окей, я даже не знаю, с чего начать. Сохраняться можно? А, сохраняться нельзя, вот оно чё. Сменить баллон, окей. Я думаю, первая серия будет больше преследования дома, мне так кажется. Скорее всего. Плюс, я так понимаю, мы лечимся у какого-то психолога, возможно, после какого-то инцидента или еще чего-то. Блин, ну сделано пока вроде красиво все. Заперто. Так, дневник. Я не очень хорошо пишу английский, но отец сказал, чтобы я следовал американским традициям ведения дневника. А нафига следовать? Ё. Чёрт, 30 страниц, да я это читать долбанусь. Давайте я просто это перемотаю. Кому надо, в паузе почитай. Всё, что ли? Блин.
Надо будет потом в записи почитать. Еще станется. А, остальные станицы можно найти. Ну, в общем, кому надо, фонарик возьмем. Кому надо, читайте, в принципе. Фэнк, я счастлив вспоминать из другой жизни. Что-то еще. Батарейка. Отлично. Так, на улицу. Не, я на улицу пока не пойду. Да знаю, что надо снаряжение из гаража перенести. Хочется пока преследовать дом. Это что? А, лечебный спрей. Отлично. Чёрт, реальное время суток смена, ё. Да ну нафиг, я дверку закрою. Нафиг надо. Такое счастье. Ладно. Меня интересует другой вопрос, как сохраняться. Блин, сделано офигенно. Я чувствую, это намного сильнее меня затянет. Надо только этот дневник потом почитать будет. Для себя. Ключи от машины, это хорошо. Чё-то дождь пошел. В натуре. Я так понимаю, тут автосохранение, но это как-то, блин, нелогично. Ключи. Ключи от кухни. Чё-то какая-то мрачная атмосфера. Как на кухне свет включить? Или он работает? Не, свет работает, но какой-то тусклый весь. Даже слишком. Чё я взял? Так. Окей, а переместить это все можно? А, можно. Слушайте, удобно сделали, капец. Класс. Кажется, себе нашел в то, что я играть буду очень долго и записывать. В принципе, уже даже без монстров. Весьма стаемно. Что там за звуки, блин? Капец какой-то, капец. Что-то стаемные какие-то звуки там с улицы идут. Пятница 13-го. Зашибись. О, да не-не, открывай. Блин. Твою же мать. Капец. Блин, можно все исследовать, офигеть. Ничего нету. Ну я пока не ничего не вижу. Не, на улицу я не хочу. Так, надо понять, как сохраняться. Ну тут ничего нету. Телефон. Окей. Какого? Чё за хрень? Блин. Зашибись, у меня все из инвентаря попало. Чё за хрень? Зашибись. Я немного логики не понял. Ты не хочешь туда заходить, ну ладно. Что-то, мне кажется, у этого чувака очень плохое случилось в жизни. Очень. Но пока не могу понять, что.
И в этом доме явно очень... А, тут наверх можно пойти, ё. Заперто. И в этом доме явно очень много загадок. Да ну нафиг. Никогда не любил такие штуки. Учебный спрей. Мешок не нужен. Чё-то я не понял, что за хрень вообще была. Опять чёртовы часы. Заперто, окей. Как же сохраняться тут? И почему, блин, у меня из инвентаря все попало к чертям собачьим? Ключ. Причем ни один не могу... Чё за... Надеюсь, игру не глюканула, иначе это все перезагружать придется. Этого бы очень не хотелось. Гребаный телефон. Ладно. Пошли на улицу. Так, где гараж-то у нас? Вроде бы это, что ли? Отряд специального назначения. Йо. 2 года назад. Слышу. Don't worry, you're gonna do just fine. Move on to the next area whenever you're ready. Я так понимаю, это всего лишь обучение. Да, то есть... Urging to get to the action, aren't you? Sorry to disappoint, but I'd rather you start with the basics. Да окей, окей. Get to the good stuff in a minute. Так понимаю, мы работаем в специальном отряде. Или что-то такое. Окей. Alright, let's start with the basics. Get through this room as fast as you can. Jump. Duck, climb, crawl through the vent, and get up to the ladder on the other side. If you jump and then crouch in midair, you'll be able to climb some high spots. Ну это все понятно. Just need to time it right. You can even climb in very tight areas like vents by doing so. As you can see, doing a lot of physical action will tire you quite a bit. You want to make sure you don't run out of stamina, or else you won't be able to jump or sprint or stay underwater for too long. Remember, it's all about your breathing, so don't forget to breathe. There's a bunch of crates in the way. You could try to move some of them, but the big one looks heavy. You might as well just kick them. Kicking is always a viable solution in close quarters. Keep that in mind on the field. It might save your life. И что дальше мне долго ящики пинать? Слезьте по лестнице. А где лестница-то? А, во. Oh, look at that. It's dark in here. Time to use your shoulder flashlight. Ну, обычные основы пока. As you can see, you don't have any spare batteries in your flashlight. Only the one it's currently using. Once these run out, your flashlight won't work properly. Окей. Okay. А, фига себе батареек. Йо. Isn't that better? A working flashlight and night vision. Keep in mind that a flashlight is very noticeable, especially in the dark. That's why you have your night vision to remain undetected. But keep in mind, it uses twice as much battery as your flashlight. Okay, see that lever near the door? Flip it. Окей.
И? See that door with the keypad on it? It has a randomized code system. The code changes every 10 seconds. You will find the code somewhere on a tablet in the drawers. The code on the tablet updates accordingly. Офигели. When you find it, you'll have to type it in before it changes. Так. 181, 181. Блин, не успел. Да блин. Пусть по новой. Ну, подожду, пока перезагрузится. Капец, какой-то мазохизм, блин. On the tables. You might want to get familiar with them. You can't carry everything you find out there. You have to think about what you will need the most. And that's your decision. Аптека. The medkit is your best friend. It will stop any bleeding you might have and allow you to get right back into the action. The health spray will clean the wound and make you feel a bit better. The bandages will help to stop the bleeding if you get injured. Glow sticks and flares can help you out if you don't have batteries. But keep in mind, flares are loud and won't help you remain undetected. Окей. А чё не работает? Я жму маус стей. Ну ладно. The body armor and helmets will reduce the amount of damage you take, protecting you from potential bleeding effects. Отлично. Дальше еще по списку. We rarely are in combat situations that last more than a day, but you always want to make sure you have a few protein-heavy rations and sugar-heavy drinks with you. You need to be at your maximum potential. And feeding yourself correctly is a very important part of making sure you give it your best. Keep it in mind. О, шоколадка, ништяк. А чё не работает вообще? И чё за хрень, удерживаю мышку, таи, жму мышку, таи. Нифига. Меня киданули, надо в управлении будет настроить все потом. Окей, это чё? А, Тед, ну ладно. Мазохисты. Мазохисты в натуре 100%. И куда дальше? Блин, куда дальше? Туда, что ли? Какого хрена? А, вон две, еще одна. Что за звук?
Возьму бэлэту. You need to be light on your feet, and carrying an arsenal isn't ideal. I'm gonna be popping up two targets now. Get ready. Ты издеваешься. Ты ё... И... Да сколько можно? Блин, удачно. Не, ну это, конечно, интересно все, но обучение я, блин, не знаю. You got this. Now let's move on to the next area for a tactical simulation. You can grab some ammo from the crates behind you before you move on. Не, лучше это возьму. Все, теперь можно валить. Отлично. Заперто. Чё-то вообще хил помеш куда... Hey, what's up, Jake? It's me, Mike. You recognize me under all this gear? Не. It's your standard loadout. Vest, mask, that whole deal. Nothing you're not familiar with. But take a good look. You do well to get used to what a friendly target looks like. In the field. You have a split second to identify and neutralize a suspect. And you better be sure it's a bad guy. Uh-huh. So Mike volunteered for that part. Whenever you want to give orders, you have to be accurate and efficient. Ask Mike to go nearby the door. Good. If you send your squad mates somewhere and go away, they will eventually try to come back and find you. It's not really smart to leave your mates behind. Now, order him to regroup. All right. Sometimes, in specific circumstances, you'll have to give your signal to your team. Whenever you do so, they will breach and clear the area. Once the assault has been given, they might not stop to wait for you, and will do their job with or without you. So once you give the signal, be sure to stick with your team. All right, you ready for this? Ну once да. You give the signal, we're gonna make entry and clear the ghost town of all the targets. We'll do a head count at the end. You ready? Here we go! Пикабу, блин. Target, second floor. Зашибись. Кайф по мишеням стрелять. Да в задницу ваши мишени. Поднимайся. Не хочешь? Окей. Йо. Чё-то, ну он больше настоящий. Не, ну я поссал по-любому. Ну, в натуре. Хрен поймешь, откуда эти хреновины из каких будут. Да. Hey, untie me, quick! Release me! Hey, untie me! Release me! Что-то подозрительно. Bang! You're dead! Ну, зашибись. Как чувствовал подвох? And the last and most important of all rules. Everyone is a potential hostile. Do not take hostages for granted. You never know who is a perp. Appearances can be deceiving. Only use lethal force when necessary, but never let your guard down. Welcome to Special Weapons and Tactics, Jake. Вау. Не, ну косил исполнит.
Так, отлично, сохранение. Не понял. Алло. Сохранение, в принципе, пошло. Так что я думаю, нафиг дверь закрыть. Так что я думаю, давайте тут пока закончим на этот раз. В целом, модификация весьма интересная, любопытная. Работаем на как в каком-то специальном отряде SWAT. Плюс какая-то мистика присутствует, непонятная какая-то история. Видно, что-то хреновое в жизни у нашего главного героя случилось. Так что нифига не ясно пока. Ну, я так понимаю, тут будут и обычные перестрелки с преступниками, и всякая мистика. Ну, мистика, я так думаю, будет больше в доме, но фиг знает, куда там дальше заведет. Так что посмотрим на этом все. Всем удачи и пока.